Дорога ужасная, ужасная. Вы знаете, что вот с костылем и то падало уже не один раз. Обходишь эти канавочки, то машина идет навстречу. Мы же ходим по центральной дороге, как говорится. Нина Васильевна живет в доме на Южном переулке уже 50 лет. Женщина рассказывает, проблемы с дорогами были здесь всегда. Когда увидела на своей улице рабочую технику, не поверила глазам. Даже вот не верится, честно говоря, что вы нам такое удобство, как говорится, позволили. Все довольны, все жильцы. Вот я сижу, другой раз выхожу. Все ждали, да? Ой, как ждали, ужасно. Вы знаете, что и все нам откладывали следующий год на следующий год. Ну и, как говорится, это просто вот снег на голову. Вот за 10 дней они где-то, они даже 9 мая работали. Выходные дни работали. Ребята молодцы. Над обновлением полотна трудились 10 человек и 3 единицы техники. Основные работы на этом участке выполнили практически за 10 дней. Протяженность участка порядка 500 метров. Сегодня мы планируем завершить работы на этом участке. Были проведены работы по фрезерованию, выравнивающий слой сделан. Уложен выравнивающий слой СП-16 и верхний слой СП-11. Также специалисты заменили люки. Площадь объекта более 3000 квадратных метров, а стоимость работ почти 13,5 миллионов рублей. Ильяна Евтюхова, Егор Горожанкин, Радий Долженков. События дня.